Вот какой будет погода в четверг, 9 ноября, об этом расскажет Надежда Шабалина. Давайте узнаем, что нас ждет. Здравствуйте, о погоде на четверг, 9 ноября, расскажу вам я, Надежда Шабалина, спонсор прогноза погоды Kia Автомотор, платиновый дилер Kia в Кирове, улица Московская, 166, напротив метра. Предложение, которое не оставит вам выбора. Kia Sportage в наличии с выгодой до 149 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Только у платинового дилера Kia, Kia Автомотор. Мы на Московской, 166. Звоните 523-300. В Кировской области ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. В Лозе плюс 1 градус, в Кирсе, в Яранске и Вятских Полянах, Слободском и Нолинске минус 1, в Котельниче 0 градусов. В городе Кирове днем ожидается пасмурная погода и преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 0-2 градуса, ночью в городе минус 1-3. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Ветер подует западный со скоростью 3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 84%. Магнитное поле слабо возмущенное. Это был прогноз погоды на 9 ноября. И у меня на этом все. Желаю вам хорошего четверга.